Добрый день, мои хорошие, добрый день, уважаемые подписчики. Снова с вами Николай Сомсиков, агентство недвижимости. Сейчас я вам покажу недорогую трехкомнатную квартиру, где ниже в описании укажу ее точную стоимость и площадь самой квартиры. Сама квартира находится в Краснодарский край, Кургарнинский район, поселок Степной. Смотрим. Друзья, вот такая у нас простенькая квартира, которая по цене очень интересна. И самое главное, в нем есть газ. Вот газ-форсунка. Установлен газовый счетчик. Вот у нас мы видим с вами клуб. В том направлении школа, садик, все шаговой доступности. Это как бы прихожая. Конечно, да, друзья, тут согласен с вами, что надо ремонт делать, надо там косметику и так далее. Но видите, учитывая, что цена интересная, друзья, а тут цена пока 500 тысяч, я надеюсь, возможен будет торг. Но что есть, то есть. Прихожая, где мы видим на полу линолеум, под низом он пол деревянный. Это типа душевой. Не то, что типа, это есть душевая, где подсоединено к центральному водопроводу. Здесь стоит газовая колонка. Ну, видно, что надо сейчас вытяжку подсоединить. Видно, что газу подключена. Где-то там выход, я это чуть-чуть не могу понять, но где-то вот выход у него, вон шланга где-то есть. Здесь, конечно, ну, надо установить туалет. Вот видно, что выход канализации есть, но сотой трубы, к сожалению, нету. Ну, потом будем... Если что, решать, придумывать, может быть, получится что-нибудь. Это входная дверь, она как простенькая. Дальше. А, кстати. Вот у нас другая комната. Назовем ее спальня. Полы деревянные. Окна деревянные. Кстати, межэтажное перекрытие. У нас что здесь плиты перекрытия, что тут плиты перекрытия. Сам дом кирпичный, двухэтажный, квартира находится на втором этаже. Мы видим с вами, ну давайте назовем его гостиная. Тоже пол видно деревянный. Тут уже установлено пластиковое окно. Видно, что типа балкон, ну честно, наверное, был когда-то выход, но его на раз заложили. Я даже не знаю, почему так сделано. И вот, вот из этих, вот там кирпичный сарайчик именно относится к этой квартире. Вот то, что вы видите, это комень печки и, естественно, обои отошли. Тут в будущем желательно либо штукатурка, либо плитка. Потолок выглядит вот так. И вот этот ракурс. И смотрите, у нас другая комната. Назовем ее другая спальня, детская. Да не то, что она есть детская. Потолок выглядит вот так. Полы деревянные. И также здесь установлено пластиковое окно. Друзья, ну показал вам специально эту трехкомнатную квартиру. Мне часто подписчики просят: Николай, старайся показывать недвижимость, которая стоит не дороже 500 тысяч, друзья, показываю. Я специально приехал, посмотрел этот поселок. Он находится где-то в пределах, где-то 20-25 километров от города Курганинска. Здесь регулярно проходят по расписанию автобусы, маршрутки. Рядом шаговой доступности большая школа, садик, Сбербанк, почта. Все, что необходимо, скажу так, для счастья тут есть необходимо. Да и цена, друзья. Вот. Будут вопросы по этой квартире, можете лично мне написать, либо позвонить. Мой номер телефона указан будет ниже в описании. Также не забываем задавать вопросы в комментариях, где в ближайшее время буду стараться на них отвечать. Ждем с вами очередной обзор недвижимости. С вами был Николай Сомсиков, агентство недвижимости. Пока-пока.